вами Глен, и вы на моем канале. Сегодня мы вместе с вами погрузимся в жизнь миллиардера, ребята. Потому что сегодня мы с вами будем играть в карту, которая называется Mansion Tycoon. То есть тайкун по зданию. А точнее, даже сказать, по дому. Mansion — это вот такие вот постройки. Просто посмотрите, как красиво они выглядят, господи. Я уже вижу, что карта мега-мега качественная. На моем счету больше 20 тысяч робуксов. Я уверен, что сегодня мы раскачаемся по максимуму. И, так сказать, проживем эту жизнь миллиардера вместе с вами. Обязательно, пожалуйста, не забывайте про свой лайк прямо сейчас. Спускайтесь, ставьте, это очень-очень важно. Я не шучу, поставьте лайк. Поставьте лайк. У этой карты 140 миллионов визитов. Она просто обалденная. Я даже не знаю, что вам сказать. Я думаю, что вы и так хотите на это все дело посмотреть. Поэтому, ребята, пополняем наши кошельки миллиардами и заходим. Mansion Tycoon, let's go. Как же я хочу такой красивый дом. Кстати, ребят, скажу, что у меня есть какое-никакое, но экспертное мнение по меншинам, потому что у нас на каждой съемке разные дома. Я видел больше сотни разных домов. Там был, лежал, отдыхал. Я знаю, что комфортно, а что нет. Я даже был в таких меншинах, которые стоят, ну, нормально, больше миллиона долларов. И даже больше двух, и трех, и четырех. Однажды я был в меншине, стоимость которого в месяц стоит 100 тысяч долларов. Но это уже совсем другая история. Но, короче, как вы понимаете, насмотренность у меня точно есть. И мы появляемся вот на таком острове. У нас вот тут справа едет уже Макларен. Просто здравствуйте. Ничего себе, это тоже миллиардер. Мы подходим к нашему особняку, забираем деньги. У нас вот деньги будут копиться вот здесь, как я понимаю. В принципе, мы уже видим кнопки, которые мы 100% купим. Это что это у нас? Двойные деньги, автосбор, VIP, стартовый набор, дополнительная скорость и автопокупка. Мы все это, естественно, купим. Ну а перед этим я хочу без всяких улучшений попробовать построить свой дом. У меня на счету уже 1300 долларов, ребята. У меня уже 1000 баксов на счету, ничего себе. И первая наша кнопка стоит 41 доллар. Она называется проезд. Давайте ее поставим. Ого! 41 доллар вот за такое? Вы зацените, какая красота! Ну, тут прям сразу видно, что такая вот брусчаточка дорогая. Тут все понятно. Сразу тротуар стоит 94 доллара. Мы сразу же его покупаем. Обалдеть, господи. Вот я уже готов купить вот это, вот понимаете? Даже без здания это очень красиво. На берегу моря, господи, какая красота. Я просто в шоке. Но перед этим мы должны поставить место для парковки. Опа, вот она, интересно. Ой, лол, мы тут даже машину можем купить. Зацените, как много здесь разных тачек. Самая дорогая это какая? Мне кажется, там вообще 40 миллионов. Pure Olympus, Dane, Boost Car. Я даже такого не знаю, ого. Так, погодите, BH 8 есть? Сейчас посмотрю, погодите. Лол, реально есть BMW. Только тут написано GMW V3. Это ж BH 8. Купим? Конечно, купим. Но пока мы не тупим, мы просто начинаем развиваться. Еще одно дополнительное место для парковки поставили. Еще одно место для парковки. Сколько же у нас будет этих парковок? И сколько у нас будет машин? Это просто жесть. Пальмовые деревья. Та-дам! Капец, у нас прямо в доме будут пальмы, ребята. Я уже чувствую эту жизнь миллиардера. Просто вот она, вот она. Но, ребята, знаете, не в этом счастье, я вам так скажу. Да, плакать, конечно, лучше на заднем сиденье Роллс-Ройса, а не какой-нибудь маршрутки. Но не в этом счастье. Так, докупим еще какие-то растения. Я не завидую. Это вот такой вот будет огромный у нас дом. Просто посмотрите, посмотрите на эту квадратуру. Господи, я просто в шоке. Ну, а пока что мы должны поставить парадную дверь. Вот она, капец, какая она красивая, огромная. Вот знаете, чем отличаются богатые дома? Огромными дверьми. Я, кстати, был в одном доме, не буду говорить у кого. Там двери сами открываются. Вот такие вот толстенные двери, очень высокие, просто вот так вот, они вот такие вот, просто громадные, и они сами открываются. Я говорю, у меня насмотренность огромная, я знаю всякие приколы. Ну вообще, чтобы это по-настоящему был дом миллиардера, вот здесь вот должен быть фонтан. А вообще, после фонтана еще должно быть ворота специально открывающие, там стоят 4 охранника. У охранника, кстати, должны быть автоматы, но это так, это ладно, 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 ладно. Короче, погнали, мы ставим передние окна. Ничего себе, какое оно огромное. И вот смотрите, я вот как человек такой, достаточно простой, я думаю, блин, зачем мне вот такой вот дом с окнами? Надо мыть. Ну реально, их же надо как-то мыть. Но люди, которые ставят такие дома, они об этом не думают. Они знают, что эти окна будут помыты. И прикол в том, что сразу мы заходим, и здесь за 336 долларов можно купить статую динозавра. У нас еще дома нет, но статуя динозавра уже появляется. Но я, кстати, смотрел еще передачу, где есть очень-очень дорогой дом, и там сделан пол из костей динозавра. То есть в бетон перемешаны кости динозавра. Я говорю, я шарю, я шарю. Я был в разных домах. У меня насмотренность большая, мы докупаем вот такие вот ковры. Кстати, серые ковры достаточно стильно выглядят, поэтому вопросов у меня нет. Диван доставляем, еще один диван доставляем, столик, и все. Больше мне пока ни на что не хватает, мне нужно вернуться за деньгами. Я предлагаю купить себе двойные деньги, а это стоит 650 робуксов. Просто, ребята, ради вас просто докупаю, реально. Все, двойные деньги у меня куплены. Теперь я еще хочу купить автосбор, чтобы деньги автоматически собирались. Это тоже, мне кажется, очень-очень важно. И купим дополнительную скорость. Это тоже решается на тайкунах. Стартовый набор, мне кажется, нет смысла покупать, потому что, я думаю, мы уже далеко не на старте. У нас уже очень-очень много всего куплено. Кстати, новая кнопка растения.
не, погодите. Мы можем не только дом улучшать, но еще и парковочные места появляются. Лол, как здесь все продумано, я в шоке. Ну а VIP, давайте купим. Я даже не знаю, что такое VIP. Would you like to buy VIP? Стоит это 400 робуксов. Ладно, ребят, давайте купим. Я не знаю, что делает VIP. И в принципе, пока что все. Ладно, давайте зайдем в дом и понаступаем на вот эти вот кнопки. Вот это угловой диван. Господи, я вижу, что он кожаный. Ну что я могу сказать насчет кожаных диванов? Не нравится. Дизлайк. Я люблю более тканевые диваны. Но, ребята, диван достаточно большой. Он угловой. И на самом деле у богачей такие диваны есть. Но они чуть постелей выглядят, они такие более закругленные. То есть здесь, конечно, недоработка. Ну ладно, ничего страшного. О, лол, что? Я купил стену. Посмотрите, какая огромная, красивая. Очень симпатичные цвета. Сразу сюда ставим камин. Ё-моё, какой огромный камин. Вы просто это зацените. Обалдеть. Доставляем сюда сразу растения. Просто красотища. Обязательно в таких богатых домах должна быть картина. Да, я с этим согласен. Только вот картина попугая, это что-то очень странное. Я думаю, что картина должна быть гораздо-гораздо такая замудреннее, интересная. Может быть, что-то модное, типа какой-нибудь бербрик нарисованный. Ну, что-то такое, знаете, чтобы показывать всем, что ты модный и стильный. То есть, вот, допустим, я бы цвета вот этих стульев тоже бы заменил. Они уже такие какие-то, ну, старые реально. Вот эти вот. Докупим еще один диван, столы. Короче, у нас здесь такая вот гостиная получается. Столик, кстати, лайк. Такой столик может быть, реально, с таким вот мрамором. Мрамор это достаточно дорогой материал. Так, а какое сегодня число? Точно! Я должен был кое-что сделать! Сейчас, секунду. На связи Сберкот, и меня можно поздравить. Привет, Сберкот, поздравляю тебя с днем рождения. Твои стикеры очень крутые. Только их отправляю. Пиши, как появится новое. Спасибо, я точно напишу. На то я и Сберкот. Фух, все, супер, Сберкота поздравил. А еще хочу кое-что рассказать. Если тебе 14 лет и больше, у тебя есть крутая возможность оформить дебетовую карту в лимитированном дизайне со Сберкотом. Все подробности по ссылке в описании. Но, погодите, это же дом миллиардера, и мы можем докупить еще один камин сюда. Зацените, у нас два камина. Причем один из них очень-очень высокий. Дом у нас пока выглядит какой-то обрубок. Надо чуть ускориться, добавим сюда аквариум. Ё-моё, это вот это вот целый аквариум? Погодите, ну такое я видел только в ролике про строение в Дубае. И там дом получается на воде. Ты спускаешься на минус первый этаж, и там специально высаживают специальный такой коралловый риф, куда ты можешь выбрать, какие рыбы будут приплывать. Их будут подкармливать или как-то еще. Ну да, аквариум это дело дорогих ли, ребят. Потому что аквариум это очень дорого. Нужно его постоянно мыть, за ним ухаживать. Мы сюда добавили еще камней, добавим растения, кораллы добавим, это тоже очень важно, потому что с кораллов будут кушать рыбки. Добавляем еще пузырики, и теперь, когда у нас аквариум полностью готов, посмотрите, даже пузырики текут, или пузырики как, они не текут, они всплывают, мы добавляем рыбы. О, рыбы тоже видно, морские, хорошие, очень качественная рыбка Немо, рыбка, которая постоянно все забывала, короче, вообще полная-полная красота. Но на этом, конечно же, мы не останавливаемся, мы добавляем еще одну стену, господи, все в стекле, это очень красиво, потолок добавили. Ой, не, но это мне кажется, минус вайп, ребят, зацените. Какой-то потолок странный, не? Ну, как будто он не для богатых. То есть такой потолок, он какой-то неприятный, не знаю. Я бы такой себе домой, если был бы миллиардером, не поставил бы, если честно. В комментариях напишите от 1 до 10, оцените этот потолок. Мне кажется, что он сюда вообще не подходит. Ну ладно, потолочные светильники. Обязательно свет, да, вот такой вот светодиодный, красиво. Раздвижная дверь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это плюс вайп, ребята. Вау, видок просто разнос. Так, добавляем еще люстру. Кстати, люстра. О, люстра выглядит дорого, красиво. Мне такая нравится. Еще одну люстру добавляем. Да, да, ладно. Люстрам я ставлю где-то 8 баллов из 10. Я думаю, что вот эти штуки тоже могли быть белыми. Тогда бы я поставил 10 баллов. Но в целом выглядит очень даже дорого. Можем продолжать. Здесь лестницу мы ставим. Естественно, лестница, которая ведет вниз. Погодите, я думал, она будет вести вверх. Ого, у нас еще будет подвал. Ничего себе. Пока что докупим сюда картину. О, а вот эта картина уже хорошая. Мне такая нравится. Еще одну лестницу, кстати, ставим. Вот, теперь это еще дороже все выглядит. И у нас здесь очень-очень пустое пространство. Я даже не понимаю, что сюда разработчики хотят добавить, но сейчас узнаем. Погнали. Стол ставим, обеденный. А, значит, это будет кухня, я понял. Сиденье ставим. Ой, посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. На 12 человек. Ну, в принципе, богатые люди любят звать людей в гости, поэтому да. Нужно больше сидушек, чтобы... Ой, не сидушек, я извиняюсь. Ну, плебей, что сказать. Не сидушек, а стульев, где могут сидеть уважаемые люди. Сюда мы доставляем окна. Такие вот тонированные, приятные. То есть, чтобы ультрафиолетовое излучение от солнышка нас не интересовало. Дальше раздвижная дверь сюда устанавливаем. Опять же таки, то есть я думаю, что будет продолжение нашего дома. Ну а теперь ставим кухню. Вау, ё-моё. Ребят, я вообще уже миллионер, если честно. Но миллионер не в плане там денег, да? А в плане чего-то большего, конечно же, подписчиков. Деньги это понятно, а вот люди, которые тебя смотрят и любят, вот это самое главное. И у нас уже больше 16 миллионов подписчиков. Но, хотите прикол? Больше половины людей, которые прямо сейчас смотрят этот ролик, не подписаны на канал. И если они это сделают, у нас будет уже больше 20 миллионов. Просто стоит спуститься под ролик и нажать на кнопку подписаться. Эй,
Эй, ты, именно ты, я к тебе обращаюсь. Проверь, пожалуйста, кнопку подписаться, это правда очень важно. Нажимайте на нее, сделайте нас чуть-чуть счастливее. Подписывайтесь, это бесплатно. Я так понимаю, это микроволновка, это духовая печь, это кофеиноферро, или как это, короче, кофемашина. Давайте немножечко вот так вот побегаем, понаставляем, смотреть не будем. И зацените. Тут такая вот барная стоечка, где можно тоже посидеть, попить кофейка, либо покушать пиццу. Люстра стоит 2500 долларов. Вот эта люстра уже подороже, но опять же таки, вот этот вот цвет, мне кажется, он не очень. Мне кажется, можно получше. Также еще свет добавляем обязательно. О, вот это стильно, мне кажется. Хотя, блин, ну желтый свет. Ну не знаю, короче. В целом мне нравится. Я бы от такого дома точно не отказался. Но как будто можно сделать лучше. Стены, картины. Вот эта картина, кстати, немножко такая, ну, чутка бедная, мне кажется. Но, в принципе, я говорю, я бы не отказался от такой картины. Мы еще ставим сюда стены, гаражную дверь. О, мы делаем гараж. Господи, у нас будет прозрачный гараж. Чего? Такого я нигде не видел. Ну, мне кажется, это вообще небезопасно. Ну ладно. Вот это свет в гараже, я тоже такой хочу теперь. Стеллаж для инструментов, это, по-моему, вообще как кухня выглядит. Добавляем сюда инструменты, окна, и у нас, обалдеть, гараж, это мечта моего бати, реально. Посмотрите, пространства много, пол такой приятный, вообще узор на стене добавляем сюда. Опа, здесь мы добавляем место для парковки, и это место для парковки стало настолько дорого, что я почти обеднел. Вы посмотрите, у меня денег мало, лол. Окей, уходим отсюда, пойдем развиваться дальше. У нас есть спуск на минус первый этаж, здесь пока никаких кнопок не появилось. Я так понимаю, я должен все-таки дождаться места для парковки, да? А, нет. У нас же есть второй этаж, точно. Опа, стены добавили. Теперь давайте добавим еще немножечко стен. О, это уже спальная зона. Здесь как бы экономить точно нельзя, потому что спальня это очень-очень важно. Еще мы положили сюда деревянный такой пол. Кстати, выглядит достаточно прикольно. Потолок также добавляем. Освещение тоже обязательно. Балкон у нас будет полноценный... Это не полноценный балкон, ребята. Это супер-мега-огромный балкон. Зацените, какой он здоровый. Я думал, что балкончик будет вот так вот идти. И все. И посмотрите, как много здесь разных кнопок. То есть мы можем добавить сюда еще пол, освещение, коврик. Какой-то щит мы добавили. Чего? Чего это такое вообще? Наружное освещение обязательно. Вот такие вот лампы добавили. Они вообще делают плюс вайб. Это всегда стильно выглядит. Я такое обожаю. Растения добавляем. Сейчас мы закидываем еще на 1 миллион денег. Я знаю, что это жестко, но я докупаю. И я хочу наступать на все вот эти штуки. Кусты, пожалуйста. Пожалуйста, лежак, пожалуйста, шезлонги, пожалуйста, господи, пустите меня там пожить. Такой вайб, обалдеть. Вау, зацените, это главная спальня. Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое, ребята? Это что, это дом моей мечты? Почему это так красиво? Почему это так красиво, ребята? Я хочу здесь жить. Вы представьте, вы играете в Roblox, потом вышли, позагорали, полежали, отдохнули, просто вот так вот зачилились, это капец. Мы делаем здесь просто чильную, для того, чтобы друзья тоже могли приходить, загорать, со шезлонгами, посмотрите, какой красивый свет нас встречает. Это просто мечта, ребята. Я желаю вам всем жить в таком доме, чтобы просто у вас никогда не было никаких проблем. Просто мы вот в таких комнатах существовать. Вы посмотрите, я просто пробежался, и здесь все идеально. Эта комната просто идеальна. Вот здесь вот ты сидишь, смотришь в окно на своих опупеть каких богатых соседей и просто кайфуешь. Но, ребят, не в деньгах счастье, не в деньгах. Люстра, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Такую люстру я видел где-то раз 6 в жизни в таких богатых домах. Это, ну, по ГОСТу, ребята, это нормально. Но мне кажется, они тоже скоро могут выйти из моды и устареть. Еще одно перила добавили. Люстру, шкаф. Кстати, как будет выглядеть шкаф? Вот этот шкаф? Вот это вот здесь будет стоять? Серьезно? Не, я бы такое себе точно не поставил. Ладно, не отвлекаемся, просто добавляем еще лежаки туда-сюда. Ой, какой лежак? Ой-ой-ой-ой-ой, камины еще стоят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, на самом деле, очень-очень-очень много каминов у нас в доме развелось. Это ванна? Это ванна с таким вот видом, господи, ну пустите там помыться. Я готов стоять голым, чтобы меня соседи видели. Я понимаю, что это не самое приятное, но я готов, ребята, я просто готов. Вот этот вот душ принять, что нужно сделать, ребят, позовите, только позовите, я приеду. Теннисная платформа, что у нас будет, теннис? Так, ладно, пока мы туда не уходим. Я выбежал из дома, чтобы посмотреть, какой у нас уже мэншн получается. Это просто реально дом миллиардера, я не знаю. Очень-очень красиво, очень. Но мы продолжаем, ребята, это еще не конец. Хотя дом уже выглядит просто как, ну, что-то сногсшибательное. Картины добавляем. Я так понимаю, владелец, как миллиардер, очень любит попугая, потому что это уже вторая картина попугая. Здесь будет, я так понимаю, тоже туалет. Да, это туалет, ванна, здесь чистить зубы. Обязательно смотрите, две раковины, чтобы если у тебя будет жена, вы можете чистить одновременно зубы, друг другу не мешая. Господи, как хорошо, как нравится. Только вот здесь вот непродуманно выйти нельзя. Ну вот, вот, видите, я про вот такую логику говорю, почему я здесь не могу выйти. Поставьте мне раздвижную дверь здесь. Хотя, может, это небезопасно, воры могут через ванну залезть в дом. Может быть, это и правильно, не знаю. Но вот эта комната пока мне больше всего нравится. Это просто снос башки. Реально. А вот эта комната, я не понимаю, что это? Потолок? А, это гардеробная! О! Но в гардеробе, ребята, нужно как минимум зеркало, вот, это уже правильно, но еще и свет хороший, мне кажется, этого света в гардеробе будет мало. Надо света, конечно, побольше в гардеробе, это бы я исправил.
О, лол, что, я купил газон и поднимаюсь наверх. Сюда положил деревянный пол. У нас будет еще один этаж? Серьезно? Не, реально? Реально? А, не, ну это такой этаж, знаете, типа, еще более чильный. Капец, здесь очень много будет чила. Ну, в принципе, да, миллиардерам иногда тоже нужно отдыхать. Чтобы дома не было скучно сидеть, нужно много чего поставить. Тут будет стол, блин, летом выходишь вот сюда вот, горничную такой зовешь. Приготовься мне там, не знаю, стейк рибай, пожалуйста. И все, и сюда принесли. Здесь фруктовая нарезочка, здесь овощная нарезочка. И все, и вообще песня, вообще просто обалдеть. О, мини-кухня. Кстати, ребята, подтверждают, такое есть у богатых людей дома. Мини-кухня, я объясню для чего. Для того, чтобы когда, ну, люди уже пришли, собрали, чтобы с кухни долго еду не несли. И чтобы ее свежую приносили, вот здесь вот все готовится. И сразу приносится за стол. Вот ты здесь такой сидишь, поворачиваешь, здесь все приготовили, принесли. Да, такое есть. Живут же люди, как говорится. Мне кажется, Илон Маск примерно так и живет. Просто недавно задумался, насколько много вообще миллиард. Вообще, понимаете, что миллиард, вот Илон Маск может купить себе все. Вот 400 таких домов, и у него, ну, останется, ну, там, нормально денег. То есть, ну, хватит ему. Вертолеты, самолеты, прайвет-джеты, лучшие машины, лимузины, и все равно денег будет хватать. Ну, реально, не в деньгах счастье. Теперь мы приходим к теннисной площадке. Ну, вот это тоже теннис, игра для богатых, конечно, да. И, ну, и гольф в целом тоже игра такая, достаточно для богатых. Ой, стоп, что? Еще одна платформа? Это не все, это не конец, ребята. Вы посмотрите, какой у нас дом уже просто капец, снос башки, но это не конец. Конечно же, бассейн, точно, согласен. Бассейн, это важно, я соглашусь. А вокруг бассейна шезлонги, это уже логично, да. Давайте вот так вот все расставим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, господи, боже мой. Это плюс вайб, это, конечно, да, то, что нужно. Так, ладно, давайте еще здесь что-то поставим. О, горшки для растений, здесь еще все будет усажено, походу, растениями. Это будет плюс вайб, ребят. Дополнительная лестница у нас появилась сразу, чтобы можно было подняться вот сюда. Ну, здесь такую вечеринку можно провести, это просто капец. Мы сейчас сделали мэншн, в котором я, ну, в похожем еще ни разу не был. Он слишком большой и слишком прям такой, прям вертолетная площадка. Да, теперь я точно не был. Ого, вертолет. Верхняя часть дома полностью у нас готова, но мы не забываем про низ, потому что... Ой, лестница не здесь. Ой, заблудился в своем собственном доме. Вы представляете? Здесь мы делаем пол, стены, шкаф с трофеями. За что-то мы получали трофеи, мне даже интересно за что. Освещение, рояль, да, это штука для богатых. Рояль, это звучит по-богатому. Подождите, у нас что, будет боулинг? У нас будет боулинг, ребят, зацените. Я в шоке. В собственном доме мы сделали боулинг. Просто вот такой вот. Обалдеть, обалдеть. Кстати, боулинг на самом деле это очень дорого. Бэушная, бэушная такая вот дорожка стоит 20 тысяч долларов. И то старая, старая, не новая. Новая, я думаю, ну вот эта вот комната обошлась где-то 1150 долларов. 15 миллионов рублей просто сюда. Но это еще с учетом того, что я не учитываю стоимость земли. Окей, да? Стоимость полов там. Тут много денег. Вот в этой комнате уже очень много денег. А здесь что? А, это для детей. Я так понимаю, чтобы children могли играть. Согласен, да, надо, надо, полезно. Здесь что? Кинотеатр свой собственный. Это плюс вайп, ребят. Я бы тоже хотел себе свой собственный кинотеатр. Не, ну согласитесь, не, ну это ж круто. Причем цвета, видите, не красные стены, а такое все синее с подсветочками. Ой-ой-ой, как это красиво, ребята. Здесь мы ставим какие-то полы, ковры. Я просто хочу понаступать и посмотреть уже на готовую комнату. Ой-ой-ой-ой-ой. А это чтобы играть в плойку. Просто отдельная комната для PlayStation или для Xbox. Сюда. Можем себе позволить, как говорится. А здесь что за стены? А, ну еще одна ванна. Естественно, в богатых домах много ванн. Это полезно, это правильно, я считаю. Потому что если гости приехали, вы видели, сколько у нас там лежаков. Гостей будет много. И все гости потом будут хотеть помыться. Поэтому это полезно. Дальше мы делаем еще одну какую-то комнату. Это библиотека. Кстати, это важно. Вот тут я согласен. Все богатые люди так или иначе читают книги. И читают их много, и читают они быстро. Скорочтение, так сказать. Я тоже, кстати, начал книжки читать, если что. Это важно. Реально, ребят, читайте книги. Это очень важно. Вот просто поверьте, это мега важно. Читайте книги. Получайте опыт, информацию, которую люди написали в этих книгах. Это супер важно. Террасу сделали. Стоп, что? У нас еще расширяется здание. Я не верю в это. Я просто в это не верю, ребята. Мы сделали еще террасу вот такую вот. Обалдеть, как это красиво. Честно, скажу честно, да, я в таком доме не хотел бы. Слишком большой дом. Заблудиться можно, да. А мне там с Викой, там с двумя, с тремя детьми, ну зачем он нам такой большой, реально? Вот так вот его обрубить и нормально. Вот эта комната мне интересует. Это типа детская, я так понимаю, да? Ой-ой-ой-ой-ой, какая красота происходит. Или это что? Аркады. А, да, это детская, где можно и в бильярд поиграть, и телевизор посмотреть. Ой-ой-ой. И в аркады зарубиться. Я думаю, нижний этаж мы уже полностью сейчас сделаем, потому что здесь, мне кажется, уже добавлять тупо нечего. О, да, нас отправляют наверх. Причем на этаж выше. Еще выше этаж, да? А, стоп, это, я так понимаю, мне надо купить вертолет. Да-да-да-да-да, чтобы до конца пройти, который стоит миллион. Ну, слушайте, у меня достаточно быстро капают деньги, поэтому мы обязательно сейчас поставим себе вертолет. И у нас мэншн, это просто снос башки, снос всего, клянусь, я такого никогда в жизни не видел. В похожем я не бывал, скажу честно, в похожем не был. Ну, на процентов 20 похожем я был. Там уже мозги сносит. Не, ну я скажу вам честно, этот человек читал книги. Вот я вам так скажу, этот человек точно читал книги, разбирался в инфляции.
инфляциях, девальвациях и тому подобных словах. Вот честно, глупенький человек до такого дойти не может. Ну не может никак. Ребят, вот клянусь вам, читайте книги. Вот просто гуглите литературу какую-то и читайте. Лишним не будет вообще просто, я в шоке. Теперь мы докупаем вертолет за 1 000 000. Где он, кстати? Вызвать вертолет. Я не могу, я сейчас ума зайду. Обалдеть, мы сидим в своем собственном вертолетике. Нормально, мы можем покрасить вертолет. Все, я взлетел на своем вертолете, вокруг своего мэншена летаю. Просто что за красота. Смотрите, по факту этот мэншен уже полностью готов. Все, вот так вот выглядит тайкун, который я прошел полностью. Ой, я утопил свой вертолет в бассейн случайно. Ну ничего, еще куплю, нормально, мне-то какая разница. Но, чтобы его окончательно закончить и чтобы Глентик был доволен, вот этот вот персонажик, нам нужно зайти вот сюда, встать вот сюда и сделать вот это. Да. Есть. А где она? В смысле? Я ж купил. А где моя машина? Меня ограбили на BMW i8, лол. О, вот она стоит, моя малышка. Так, давайте посмотрим внутри, правдиво все выглядит. Да, лол, один в один бэха, i8. Чего? Зацените, что я... Ой, блин, случайно выпрыгнул из бэхи. Ну ладно, и раз уж тут такой ролик такой какой-то откровенный получился, я хочу накопить на кое-какую еще машину. Во-первых, сначала мы купим себе Кадиллак, обязательно. Кадиллак это, ребята, то, что мне, ну, уже хочется. Я бы хотел себе Кадиллак, на самом деле. Пускай вот здесь вот так вот стоит, красота такая, ё-моё. Да, и вот там он на заднем кататься, это то, что нужно. Ну еще я хочу покопить денег и докупить еще кое-какую тачку. Сейчас я посмотрю, есть ли она здесь, вы ее не видите? Сейчас. Просто прикиньте, вот я работал бы где-нибудь вон там, и вот так вот прилетать на работу, вот так вот, вот так вот просто. Сюда его. Ну и не знаю, вот это вот мое здание, например, мой офис, так сказать. Мы просто вот так вот приземлились, здесь вот такой вход, здесь уже охранники, я захожу, и все, и красота. Смотрите, кореша приехали, миллиардеры. И уезжают от меня, смотрите, что делают. Не уезжайте! И вот еще одна тачка, которая... которую я бы очень сильно себе хотел. Па-бам, просто ролсик. Пускай вот тут вот стоит. Я вообще, я в шокинезе. Ребята, хочу на заднем посидеть. Дайте на заднем посидеть. Вот так вот. И просто водила куда угодно. На закат. Есть в сторону заката просто. Ну что, помечтали и хватит? Я желаю всем и каждому, вот вам, всем подписчикам, жить в таком доме вообще. На земле мест много. Места хватит всем. Главное, читайте книги и развивайтесь. И у вас точно такое все будет. Все, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Глент. Всем пока. Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи, там очень уютно. Ссылочка в описании.